Привет, друзья! BMW 4 серии в кузове Grand Coupe – одна из самых необычных моделей компании. С одной стороны, это решение из-за наличия четырех дверей практичнее обычной четверки в кузове купе. А с другой стороны, модели удалось сохранить лаконичность и плавность линий в сравнении с тройкой. Увы, но такой компромисс не добавляет модели популярности. И из-за низкого спроса в BMW в очередной раз отказались от идеи создать полноценную M4 в кузове Grand Coupe, ограничившись лишь модификацией M440i с 3-литровой рядной шестеркой мощностью в 374 силы и 500 ньютон-метров момента. Согласитесь, до полноценных M-версий очень далеко. Но что же делать человеку, желающему заполучить мощь M4 в кузове Grand Coupe, не обращаясь к тюнинг-ателье? Выход есть и очень заманчивый – это Alpina и ее новый проект B4 Grand Coupe. Внешне отличить новинку от заводской четверки не так уж и сложно. Этому способствуют фирменные 20-спицевые 20-дюймовые колеса, фирменный аккуратный обвес с небольшой губой и надписью Alpina, овальной четырехствольной выпускной системой и более агрессивным передним бампером с крупными воздуховодами. Традиционно салон у Alpina более сдержан, что еще раз намекает на то, что компания всячески пытается добиться баланса между спортом и комфортом. Вы здесь не найдете пестрые надписи и огромное количество карбона. Вместо них теплое дерево, рояльный лак, алюминий и дорогая кожа, которая обшит и трехспицевый руль. А чтобы вы не забывали, в каком автомобиле вы находитесь, все шильдики BMW были заменены на Alpina, а на центральной консоли есть табличка, из которой вы можете узнать порядковый номер вашего экземпляра. В понимании Alpina комфорт не заканчивается исключительно на салоне, так что B4 оснастили новыми пружинами, перенастроили адаптивную подвеску с дифференциалом повышенного трения, увеличили развал на передней оси на 1,25 градуса для лучшей устойчивости, а также усилили ряд элементов 8-ступенчатого автомата ZF, чтобы он лучше справлялся с увеличенным крутящим моментом. Под капотом у новинки установлена знакомая 3-литровая рядная шестерка с двойным турбонаддувом, с новым специальным кожухом для турбин, оптимизирующим потоки воздуха, а также инженеры доработали систему охлаждения. И результат не заставил себя ждать – 495 сил и 730 ньютон-метров момента. С таким результатом B4 Grand Coupe разменивает первую сотню за 3,7 секунды, что на целую секунду быстрее, чем M440i. Максимальная скорость составляет приличные 301 км в час, что больше, чем у топовой BMW M4. В Alpina уже принимают заказы на новинку. Стоимость одного экземпляра составляет $102 000. Друзья, перед тем, как мы продолжим, я хотел бы вам напомнить о моем втором музыкальном канале, на котором я публикую свою авторскую музыку. Ссылка на него доступна в описании к видео. А также не стесняйтесь и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые выпуски. Bugatti и Rimac затизерили два новых гиперкара на недавнем мероприятии, приуроченном к строительству новой штаб-квартиры в Берлине. Благодаря этим снимкам новый союз намекает на два новых проекта. Одним из них окажется новое творение Rimac, а вот за вторым стоит новый преемник Bugatti Chiron. Напомню, что французы еще в начале года заявили, что 2022 год станет финальным и последним в жизни Chiron. Компания закончит собирать последние экземпляры гиперкара и свернет его производство. После чего компания приступит к проведению серии закрытых мероприятий для сбора заказов и показа нового преемника Chiron. В
Компании уже подтвердили, что наследник сохранит бензиновый силовой агрегат, но он будет очень сильно электрифицирован, чтобы вписаться в существующие нормы по выбросам. А это избыточный вес и куча лишних проблем. Но в компании решили сохранить преемственность и не идти на поводу у трендов. Теперь главный вопрос – когда же покажут новинку публике? Увы, но здесь ничего хорошего я вам сказать не могу. Ждать придется до 2024 года. Именно тогда компания представит преемника во всей красе. Альфа Ромео совсем недавно представила свой новый кроссовер Тонале, которому предстоит борьба с немецким премиумом. А в скором времени компания планирует показать еще более компактный кроссовер, который, очевидно, составит конкуренцию BMW X1. Вся соль в том, что итальянцы не собираются останавливаться на достигнутом. И в очередном интервью изданию AutoWeek глава компании Жан-Филипп Импарато заявил, что в Альфа Ромео активно работают над созданием прямых конкурентов BMW X5, X6 и флагманской 7 серии. По мнению топ-менеджера, это очень прибыльные сегменты рынка, и такие модели пользуются повышенным спросом в Китае, где Альфа Ромео может найти новых клиентов за счет разумной ценовой политики. Все новые модели, о которых упомянул босс компании, появятся на свет не раньше, чем в 2027 году. А так как с 2025 года все новые модели Альфа Ромео будут исключительно электрическими, эти три новинки получат электрическую силовую установку. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать новые ролики. А также не забывайте о странице в Инстаграме, доступной по ссылке в описании. Всем удачи, пока!